Не ласкай, сильнее дави. Прикладывай всю свою силу. Ой, я сейчас расплачусь. Какой командный дух. Послушайте, нас однозначно ждет триумф. Сильнее. Сильнее, но не бей. Не забывай, мясо оно жесткое. Вот. Вот. Дальше я сама, шеф. Хорошо. Отлично. Работай и ни о чем не переживай. Если что понадобится, я тут. Прекрасно. Привет. Привет. Я... Здравствуй. Подумал, может, помощь нужна? Фьорат на кухне? Да, он там. Понятно. Подожди, послушай меня. Что? Никто не должен дозвониться до нас. Кандемир с ней всегда честен, говорит только правду. Так что прошу тебя отвечать на звонки. А что мне им говорить? Ну, говори, что она работает, занята. Скажи, что она с кем-то разговаривает. Придумай что-нибудь. Не волнуйся, я сделаю. Присаживайтесь, прошу. Поверьте, нам очень приятно видеть вас в нашем ресторане. Надеемся, и вам сегодня будет приятно. Посмотрим, посмотрим. Позвольте. Конечно. Спасибо. Пятый столик. Пятый. Где соус, Мирал? Соус где? Давай заново. Не хнычь, не унывай. Заново. Спокойно, шеф. Все сделаем. Готово. Арда Тюркмен. Тюркмен. Thank you.
Готово! Арда Тюркмен! Могу описать этот ужин одним словом. Чудесно. Улыбочку и... снято. Спасибо. Большое спасибо. Приходите еще. Будем вас ждать. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Для вас и вашей талантливой хозяйки ресторана, шеф Феррат, я найду особое место в своей колонке. Я уже придумал заголовок. Лакомая французская подруга в Стамбуле. Спасибо большое. Поздравляю. До свидания. Лакомая подруга.